В Одессе освободили мужчину, которого знакомые посадили на цепь, требуя вернуть долг. В полицию с заявлением о похищении обратилась жена. Правоохранители нашли пропавшего в одном из гаражей. Он был прикован к стене. На мужчину надели ошейник с железной цепью. По словам одессита, своим мучителям он задолжал всего 50 долларов. А мужчину освободили, на место вызвали оперативную группу, где будут установлены эти лица, которые будут отвечать за содеянное.